вместе большой путь. С кем-то мы прошли дольше. И здесь есть люди, которые работают чуть ли не с первого дня высшей экономической школы. Здесь есть люди, которые присоединились к команде нашей недавно. При этом нас всех объединяет какое-то определенное стремление менять окружающую реальность в сторону вот этого состояния жизнеутверждающее творчество. Мне кажется, что это огромная награда, что мы смогли с вами познакомиться, вы к нам притянулись и создаете такой невероятный продукт, который мы предлагаем нашим уральцам и вообще сейчас уже и России. И каждый из вас обладает какой-то, правда, сверхнормой, сверхталантом. Это абсолютная правда. Вообще, Бэш – сильнейший оператор, на мой взгляд, бизнес-образования на Урале. И для меня это возможность приобщиться к очень большому полезному делу. Самое главное, что здесь ты не только делишься знаниями, а ты еще очень здорово развиваешься, ну и Бэш – очень надежный и верный партнер. Бэш – это все-таки высокий уровень обучения, высокий уровень востребованности, причем практических знаний, поэтому приходится соответствовать. Те люди, слушатели, которые приходят в Бэш, они действительно отличаются тем, что это люди мотивированные, думающие, да, держащие нас, преподавателей, в таком тонусе, да. Для меня это возможность перейти из статуса ученика в статус преподавателя. И теперь могу передавать собственные знания другим ученикам. И это то место, в котором тебя в любом состоянии примут и в любом состоянии для тебя что-то сделают. А это настолько ценно, что это вообще никакими деньгами не оценивается. Обожаю Вэш и людей, которые работают. Надеюсь быть частью этого как можно дольше. Вэш, я желаю реализации всего того потенциала, который накоплен. И, конечно же, получать удовлетворение, удовольствие и нескромные вознаграждения за ту пользу, которую приносим мы клиентам. Я хочу, чтобы наши выпускники продолжали гордиться, и чтобы у них было еще больше уверенности, что если они прошли через Вэш, то лучше уже ничего не может быть. Мечтать, не бояться думать о большем, лучшем, не останавливаться в своем развитии. Чтобы эта прекрасная компания расцветала и прожила еще очень много десятков лет. Экспериментировать с разными новыми форматами, неизменно сохраняя такой глубокий, проверенный временем уровень качества. Я бы хотела выразить, на самом деле, благодарность за ту возможность, которую дает Вэш, за тот интерес, который оно разжигает не только в слушателях, но и в нас, в преподавателях. Дорогая и любимая Вэш, я поздравляю тебя с 20-летием. Ты выросла, ты перестала быть ребенком, у тебя еще впереди очень длинный, успешный творческий путь и возможность создать в этом мире что-то очень-очень хорошее.